22 октября в Каспийске на территории Анжи-арены состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе «Силач». Соревнования проходили среди юношей в разных весовых и возрастных категориях. Участие в них приняли свыше 300 спортсменов из разных уголков Республики Дагестан, СКФО и России. Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск и Ставрополь. Также свои умения показали на турнире и представители других стран – Казахстана, Киргизии и многие другие. Отметим, что гостями мероприятия стали олимпийский чемпион Шарип Шарипов, чемпион мира Ахмед Тажудинов, чемпион Европы Шамиль Кудьямагомедов, призер чемпионата мира и Европы Джамалдин Магомедов и многие другие.